Совет женщин Новочебоксарска готовится к проведению традиционного фестиваля женских клубов. В этом году мероприятие станет городским отборочным этапом республиканского фестиваля «Прославим женщину» и пройдет под одноименным девизом. С каждым годом растет число участников фестиваля, расширяются его границы. Если в прошлом году клубы встречали гостей из Республики Мариэл, то особенностью творческого просмотра этого года станут презентации общественных организаций Новочебоксарска, сотрудничающих с городским советом женщин. В программе фестиваля конкурс «Визитная карточка», в котором участницам предстоит раскрыть тему «Вославим женщину», конкурс фотоальбомов «Чем живет женский клуб», а также выставка фотографий «Женские лица Новочебоксарска». Специально к фестивалю Совет женщин Новочебоксарска издает альбом о женских клубах города. Все желающие приглашаются 31 октября в концертный зал детской музыкальной школы. Начало в 15:00.